Всем привет! Хочу вам показать креветок белой жемчужины. Вот такие вот креветки. Неокоридини. Креветки имеют такой насыщенный белый цвет. Ну, очень привлекательный. Этих креветок также называют блондинки. Вот самец, самка. Вот такой самец. Самки немножко побольше. Здесь видно, что у нее седло, уже готовится к беременности. Возможно, это ее будущий бойфренд, который оплодотворит ее. Икру они вынашивают при оплоде от 3 до 4 недель. И на свет появляются уже сформировавшиеся креветочки. Очень красивые креветки. Неприхотливые, но красивые. Там еще вдалеке он. Он, кстати, беременный уже вдалеке. Вот так.